один мяч, то, конечно же, пойдут замены. И появится и Аю, и Бентеке. Нужно будет спасать прыжок. Это Крис Смолинг бьет. Дальше. А дальше 2-0. 2-0. Лукаку делает дубль. Опережая Висенте. Лукаку сыграл как заправский, настоящий центральный нападающий. В прыжке сходу мимо вратаря поймал мяч на подъем и влепил в ворота. 2-0. Десятый гол Ромелу Лукаку. Чемпионат. Давайте сейчас посмотрим. Вот Крис Смолинг. Сброс дальше. Налево на Люка Шоу. Лукаку сместился на левый фланг. Решфорд в центре. Справа Далот. Вот такая расстановка, которая сейчас выводит Лукаку на ударную позицию. 2-1. Мощнейшее возвращение Манчестер Юнайтед в игру. За 5 минут 2 гола. Первый был красивее. Второй приносит потенциальные 3 очка. Вот это смена настроения на Олд Траффорд. Шоковая терапия для зрителей. Отыгрывался уже Манчестер Юнайтед. С 0-2 отыгрывался здесь в матче против Бернли. Теперь пропустил один мяч и двумя ответил. Перейра, какой красавец. Похоже, что колено Ромелу Лукаку. Фред. Лукаку получает мяч после рикошета и забивает, возможно, победный мяч для Манчестер Юнайтед. Ромелу Лукаку. Очередной маленький шедевр сегодня на Олд Траффорд мы видим. Но это просто матч, в котором футболисты соревнуются на лучший гол тура. Сколько из них попадет в итоговое голосование? 3-2 Манчестер Юнайтед в самой концовке. Когда казалось, что уже резервов нет.